Славянск на Кубани присоединился к краевой патриотической акции «Спортсмены Кубани в ознаменовании Победы». Акция проводится уже не первый год. Ее цель – патриотическое воспитание молодежи на героическом прошлом своей страны. В преддверии Дня Победы славянцы приняли участие во всекубанской акции «Спортсмены Кубани в ознаменовании Победы». Студенты-спортсмены с флагами пробежали по территории Северного парка. Участников забега, посвященного Дню Победы, поприветствовал глава города Александр Берсенев. Я хочу всех поздравить с наступающим Днем Победы, пожелать вам всем мира, добра, здоровья, участия во всех хороших мероприятиях, ну и, соответственно, мира и мирного неба над головой. Эстафета памяти стала уже традиционной, проводится она каждый год. В ней принимают участие школьники, студенты, члены молодежных общественных организаций. Участники акции пообещали помнить о подвиге советских солдат, подаривших нам мирное небо над головой. Участвовать в акции для них – большая честь. Мы чтим мужество и доблесть наших ветеранов. Мы ценим их заслуги перед Отечеством, гордимся их подвигами. Священную любовь к родине, национальную гордость доверено хранить и приумножать сегодняшнему поколению, нам с вами. В этом залог процветания и благополучия нашей страны. Сегодня от нас зависит, каким станет наше будущее. И я уверена, что каждый сделает все, чтобы оно было более стабильным и благополучным. Пусть живет в сердцах всех поколений память о священной победе в Великой Отечественной войне. Вечная память павшим, вечная слава живым. Участники акции «Память всех погибших в годы Великой Отечественной войны» почтили минуты молчания, а затем возложили венки к мемориалам воинов-освободителей. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко. Программа «События».